Привет, друзья! Сегодня мы едем в гости к нашей знакомой, которая занимается разведением породной птицы. Маленький участок земли, около 3 соток, затерялся среди таких же маленьких частных дачных участков между лесополосой и жилыми домами города Нюрнберг. Эти участки земли находятся под линией высоковольтных проводов и поэтому непригодны для застройки жилыми домами, а вот под дачи вполне подходят. Раньше Беата работала в нашей кетеринговой компании и снабжала нас свежими яйцами, но сейчас во время карантина мы не работаем и поэтому редко видимся с ней. Когда мы ей позвонили и сказали, что приедем в гости, чтобы узнать побольше о птице, которую она содержит, она была только рада встретиться с нами и рассказать нам о своем увлечении. Я могу туда зайти внутрь, да? Могу. Это серо-медный маран. А, там курочка сидит. Там мы сейчас находимся в гостях у нашей доброй, хорошей знакомой. Она нас тут поставляет нам домашние яйца, мы у нее покупаем. Приехали в гости, вот и теперь хотим посмотреть на ее хозяйство ближе и немножечко поснимать для вас, потому что здесь очень интересно. Это маленькое хозяйство, буквально там на пару соток, там, я не знаю, пару соток. И здесь сделаны такие клетки. Ой, здесь такое специальное место, где курочки несутся. Какие яйца интересные. Класс. Здорово. О, чтобы я их не выпустила. Я их сполошила немножко. Какие вы красивые курочки. Петя такой красавец. Прекрасные птицы. Дальше. Ага, здесь нужно мне предупредили осторожно, Флёр. Потому что здесь петух, который дерется. Я поняла. Так, а как эти птички называются? Занька, как это? Бельгийские цветные или как цветочные, потому что бельгийские блюмен. Блюмен это цветок. Блюмен, это же цветы, Blumen, да? Блюме. Блюме. Ага, блюме. Бельгийские цветные. Bei ihm musst du aufpassen, weil die belgischen Blumenhühner sind die Hahn, die Hähne angriffslustig. Ага, петухи в этой породе агрессивные. Und die Hennen immer den Hahn wegsperren, weil der bewacht es ohne Ende. Ага, он охраняет и яичко, яйца куриные и курочек. Он охраняет все хозяйство, не только курочек, но и яйца. Которые они несут. А несутся они прямо здесь, прямо на пол, да? Да, они там внутри. Ага. А, вот здесь вот они несутся. Ой, как раз там курочка сидит. Несется. У них у всех такое вот. Вот здесь вот они ночуют. Die, was fast so aussieht wie ein Hahn. Also wenn du angegriffen wirst, dann liegt es an einer Henne. Das ist eine blöde Nuss. Das ist die da. Mit dem Ring. Da? Mit dem Ring? Ja. Und so habt ihr Plastik drin? Gut. Здесь. Здесь и куры боевые. Das sind auch englische Araucaner, aber in Lavenderfarbe. Lavendel, aur английский. Ага, лавандовые аураканы. Красивые. А они какие яйца несут? Какого цвета? Зеленые яйца они несут, эти лавандовые курочки.
und habe 5 Jahre gebraucht, um einen Stamm hinzukriegen. Die Farbe ist so schwer zu kitzeln. Разнервничалась курочка. А почему у той курочки хвост такой странный? Алло. Wer? Warum hat die eine so kurze Schwanz da hinten? Weil das die südamerikanische Araucana ist. Das, der Ursprung von den Araucana ist ohne Вот этот вот... Ага, а вот это вот, которая без хвоста, так с таким странным хвостиком, это южноамериканская, южноамериканский ауракан. А поэтому там прострелил где-то ген. Ага, изначально эта порода была без хвоста, такая вот без хвоста. Сейчас я посмотрю еще. Тихо. Загляну туда. Вот там вот они несутся. Тихо, курочки, не нервничать. Я уже выхожу, не нервничать. Здорово, классно. Очень интересно. Gute verkauft so bei den Märkten, das sind die Tiermärkte. Не нервничай, я только тебя поснимаю. Я только тебя поснимаю. Красивый Петя. Такой у него гребешок интересный. Не уходи далеко. Такой гребешок у него такой. Раскричался. Тихо. Это здесь, как сказала хозяйка, здесь все намешано. Здесь разные породы содержатся все вместе. А петух какой породы? Ага. Голубой английский ауракан. Habt ihr schon ein bisschen weniger oder hast du das gleiche Video gehabt? Ich habe schon ein bisschen weniger. Беата специально подсадила петуха ауракана к этим белым курам. Это очень продуктивные куры французской селекции. Они приносят в год около 300 яиц белого цвета. Но если их покрыть петухом ауракана, то в результате она получает яйца зеленого и коричневого цвета, поскольку ген ауракана сильнее, чем ген у белых кур. Но я даже не знала, что селекция может быть настолько интересной. Снимаю внутри. Примала все. А ведь такие чумазики, кажется, такие смешные. Ага, они несутся прямо здесь. Я туда пройду, там тоже посмотрю. Курочки, вы такие красивые. Петя, ты не думай даже нападать на меня. Я только посмотрю, не бойся, я никого забирать не буду. Вот здесь вот так вот оборудованы гнезда. Курочки занервничали. А вот там как раз яйца лежат. Тихо, уже выхожу, не нервничать. Значит, ко-ко-ко-ко-ко-ко. Сразу ко-ко-ко. Ого, у него такой огромный у него гребень, у этого петуха. А коричневые, это она, как сказала Зайенька, вот эти? Маран, ага, это мараны, коричневые мараны. Ага, вот так вот. На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, что вам было интересно побывать вместе с нами в гостях у Беаты. Жаль только, что мы не смогли увидеть всех жителей маленького хозяйства. Они находились в карантине из-за птичьего гриппа, и нам туда нельзя было заходить.
Ох уж эти проблемы с вирусами.